заменил на новые остатки нестандартизованные. Запускаю, вижу, что R квадрат очень маленький, хоть и значимый. Выводы снова делаем, что да, местами есть неслучайность вариации Y, но эта неслучайность очень мала. Предлагаю ею пренебречь, поскольку R квадрат очень низкий. В нашей модели есть и большие, снова статистически большие стандартизованные остатки, но полагаю, что поскольку это уже второй заход, здесь уже сейчас нет смысла делать новый отсев, хотя в принципе в этом есть смысл, но это отдельный алгоритм. А мы сейчас не будем делать новый отсев, то есть да, мы смиримся с тем, что вот некоторые респонденты все равно плохо прогнозируются. Мы их уже учли в этих 35%, которые не прогнозируются, и все равно эта модель лучше, чем исходная. Поэтому переходим уже к интерпретации самих коэффициентов модели. Для респондентов, для которых нулю равны доверие парламенту и политикам, то есть 0 умножить на 632 и 0 умножить на 228, значение доверия законодательной системе 0,73. Если округлять, это примерно единица. Таким образом, получается, что нулевое значение доверия законодательной системе не предсказывается. Это как раз и есть следствие несимметричности наших переменных, о котором мы говорили уже в первых видео. Если же 10 равны и уровень доверия парламенту, и уровень доверия полиции, то у нас получается 0,73 прибавить 6,32 и прибавить 2,28. Итого 9,32. Если округлять, то это 9. Получается, что у нас не предсказывается и 10-я категория зависимой переменной. К сожалению, с ними получается такой провал. Но все остальные категории, значит, предсказываются лучше. Гораздо. Расчеты. Вот, пожалуйста, 10 равны оба предиктора. Перемножаю на соответствующие коэффициенты. Прибавляю константу и получаю результат. Отдельный вопрос, как интерпретировать единицу при расщении того или иного предиктора. То есть при увеличении на единицу доверия политикам